Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот флешку 16 гигабайт Kingston. Так вот она выглядит, маленькая, красивенькая. Давайте посмотрим здесь. Покупала ее по акции за 650 рублей. Так, также она подходит для Windows. Видите, вот тут вот. Здесь вот все на английском. Вот. И давайте посмотрим ее. Откроем. Покажу вам. Кому интересно, нажмите сейчас стоп и прочитайте. Короче, русский язык мы немножко срезали. Здесь остальное у нас на иностранном. Вот как-то так. Да, подходит она для Windows 10 современный, 8.1.8 и Windows 7. И также другие. В принципе, никогда об этом не думала, что она может не подойти. Так, здесь у меня просто коробочка. И вот у нас, собственно, сама флешечка маленькая, без колпачка, который постоянно, на самом деле, теряется. Также здесь сбоку есть какие-то циферки. Их видно, что они есть, но непонятно, что там есть. Хотя на вид, кстати, она что-то выглядит не очень красивая. Какая-то она ощущение, как будто уже старая. На самом деле у меня уже одна есть такая. Вот моя старенькая, здесь 8 гигабайт. Давнишняя, ею я пользуюсь уже где-то на протяжении лет 5. Вот, у нее такая штучка. Вот они, в принципе, вдвоем они одинаковые. По размеру одинаковые. Только вот в новенькой побольше памяти. Вот, и давайте ее проверим. Посмотрим ее на компьютере, работает она или нет. Так, и давайте попробуем ее вставить. Ага, вот. У нас что-то здесь появилось. Ее название. О, и тут всего 14,5 гигабайт. На упаковке заявлено, что 16 гигабайт, но на деле оказалось у нас 14 гигабайт почему-то. Она пустая. Нажимаем свойства. Да, здесь 14. Видимо, поэтому была на нее и скидка. Вот, так что тут написано, что USB 2.0. Они сейчас в основном везде. Ну, к сожалению, так. Напишите обязательно в комментариях, как у вас, какая досталась вам. Также я прочитаю обязательно отзывы, там посмотрю. Потому что я увидела и сразу взяла, потому что мне нужна еще одна флешка. У меня компьютер часто ломается, и ролики я иногда перебрасываю на флешку, чтобы в случае чего не потерять. Так, ну и давайте попробуем с вами сюда положить что-нибудь. Не так, что она прямо и медленно кладет, как бы нормально. У меня здесь фотографии обзоров. Как бы она тоже нелегкая. Так. Ну, вот они положились, фотографии все здесь. Ну, в принципе, вот он. Общий размер, вон он написан, 14,4 гигабайта. Ну, хотя бы 14 гигабайта, а не 2, не 3, не 5, потому что было бы очень обидно. Вот, поскольку она у меня для обзора лежит довольно давно, я ее только сейчас распаковала.
То есть, естественно, вернуть я ее уже не могу. Уже прошли уже даже 2 недели. Не знаю, месяц прошел или нет, уже прошел, наверное. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Какая досталась вам? Покупали вы такую или не покупали? Нравится вам этот бренд, не нравится? Чем не нравится? Сколько проработала ваша флешка? Вот, и всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.